Какие только средства не используют люди, страдающие заболеваниями суставов, чтобы избавиться от боли, воспалений и улучшить их подвижность? А знаете ли вы о том, что в борьбе с суставными недугами может помочь обыкновенный рис? О том, каким образом эта крупа способна справиться с данными проблемами, вы узнаете из нашего видео. Дело в том, что помимо витаминов группы В, калия, фосфора, кальция, натрия и марганца, этот продукт содержит большое количество клетчатки. Именно это вещество и способствует очищению организма, в том числе и от откладывающихся на суставах солей, вызывающих впоследствии различные заболевания. Чтобы избавиться от этих вредных веществ и предотвратить развитие суставных недугов, рекомендуется проводить регулярные двухдневные чистки. Один стакан промытого риса заливаем вечером водой и оставляем замачиваться на двое суток. По истечении указанного времени остатки жидкости сливаем. Добавляем к крупе еще 2 стакана свежей воды, ставим на огонь и варим примерно 15 минут. В рис приготовки ничего не добавляем. Полученную кашу необходимо разделить на 4 равные порции и съесть в течение дня через одинаковые промежутки времени. Такой же рис необходимо употреблять и на второй день. Добавим в меню 0,5 кг свежих зеленых яблок и такое же количество отварной свеклы. Следует отметить, что двухдневное замачивание зерен необходимо для того, чтобы вывести из риса крахмал, тем самым повысив очищающие свойства этой полезной крупы. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.